нравится бассейн, море. Как здесь, ну, кормят вкусно. Я сразу пошла, увидела море и сразу хотела покупаться в нем. Оно было такое красивое. Когда мы первый раз увидели дельфина в море, мы так все удивились. Это было очень красиво. Этот лагерь самый лучший, в котором я была, потому что тут есть и море, большой бассейн, и шведский стол. Тут все отлично, и комнаты, как VIP-палаты. Мне очень нравится этот лагерь тем, что есть свобода выбора, и за которую мы, конечно же, несем ответственность. Сейчас мы находимся у главной сцены. Здесь проходят все самые важные мероприятия, абсолютно все. Здесь по вечерам дискотека, все отрываются. Дискотека проходит где-то часов до 11. У нас классный диджей. Очень интересная экскурсия. Все хочется узнать здесь побыстрее, подружиться со всеми, чтобы все были добрые. Я хожу на вокал. Я камни разукрашиваю. Это сувениры самоделанные. В беседке проходит очень много мероприятий. Она очень важна для отрядной жизни. Там проходят кружки по плетению фенечек, кружки по рисованию. Также здесь собираемся всем отрядом вечером после дискотеки на свечку. Свечка, где каждый в руках держит свечу и рассказывает свои впечатления о дне. Как прошел день, какие были события. Начиная от того, как мы выступили сегодня в каком-нибудь мероприятии на сцене, заканчивая то, что он взял много булочек в столовой. Спокойной ночи, вожатые, завтра нам снова.